Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики канала. Начинаю новую сборку. Как видите, это BRDM-1 от фирмы Trumpeter. Уже подготовил некоторые детали. И приступаем к сборке согласно инструкции. Для склейки буду использовать клей Мистер Хобби, цемент S. Что меня удивило в данном наборе, все фирмы дают силиконовые втулочки, а здесь втулка пластиковая. Чем понравился мне клей, тем, что буквально небольшое прикасание, клей разбегается по всей клеющейся поверхности, как видите, и очень хорошо схватывает. Главное хорошо придавить и положить до полного высыхания. И маленький каточек. Пластик довольно хорошо обрабатывается. Модель мне в сборке пока нравится. Вот можно посмотреть, какие получатся колеса. Дополнительные и основные. Вот. Довольно неплохо выглядят. Приступим. Собирать дальше. Советую вам, когда начинаете сборку, заранее подготавливать детали, зачищать хорошо. И потом сборка проходит очень быстро. Модель очень интересная. Плавающий бронетранспортер. Интересно выглядит, красиво. После того, как был выпущен BRDM-2, BRDM-1 сняли с производства, но не знаю почему, мне BRDM-1, его форма, его нос даже больше нравится, чем BRDM-2. Модели интересные, что одна, что вторая. Мне вся линейка БТРов очень нравится. Когда-нибудь я ее соберу. Хотя уже собирал БТР-60 ПУ и БТР-70 собирал. Модели очень понравились в сборке и в стыковке. Да и многие, кто собирал Трамп, знает, что он хорош в сборке. С ним редко бывают какие-то проблемы. Но если что-то не стыкуется, всегда есть шпаклевка.
и руки, чтобы исправить что-то. Моделями я доволен. Схема очень понятная. Все собирается без каких-либо проблем. Главное не спешить, давать деталям хорошо просохнуть и внимательно смотреть в инструкцию, чтобы что-то не перепутать. Иногда можно собирать не так, как по этапам указывает инструкция. Сначала внимательно смотрите инструкцию и для себя уже выбирайте наиболее лучшие варианты. Кому-то нравится начинать модели делать с башни, автомобили с кабины, кому-то наоборот нравится делать сначала ходовую часть. Вы здесь должны сами думать, сами смотреть, что вам удобно. Поставил рессоры, дал им немного подсохнуть, пока клей подсыхал, сделал мосты передний и задний. Смотрел, по инструкции здесь надо было срезать шпенек. Невнимательно смотрел. Сейчас увидел. Сначала думал, почему не становится на свое место. Хорошо смазываем клеем. Дадим немножко подсохнуть. Передний мост подсох. Ну, теперь поставим задний. Добавим клея. Все-таки это ходовая. Здесь должно быть все крепко. Пока поставим другие детали.
пока подсыхают мосты, поставлю недостающие части. Клей супертекучий, хорошо проникает во все щели. Очень хорошая клеющая способность у него. Приклеил распорочки, мелочевочку. Ставим на место цепи. И так на каждые 4 колеса. Нам будет неудобно красить, но ничего, как-нибудь справимся. Вот за что мне нравится этот клей. Легкое касание, и он растекается везде, куда ему нужно попасть. Подсыхает. Теперь по этапу нужно устанавливать, по этапу номер 6, колеса. Нанесли клей. Теперь дадим немножко подсохнуть. Клей очень быстро высыхает и крепко держит детали. Все становится очень хорошо на свои места. Модель несложная, но интересная. Сложность, наверное, будет заключаться в покраске. Я еще не определился, как буду красить, но хочется на ней попробовать сделать загрязнение, сделать
такую более боевую машину, ушатанную. Но я еще точно не знаю, пока не думал. Машина разведывательная должна была хорошо поработать, поездить. Использовали ее и в морской пехоте, и в мотострелковых войсках, наверное, общевойсковая машина, которая нашла себе везде применение. Очень хорошая проходимость у БРДМов. Пока пусть подсыхает, а мы посмотрим, что делать дальше. Собрал колеса, гидравлику к ним. Так смотрится сейчас. Поставим задние. Ставим заднюю часть. Закончил, коллеги, собирать ходовую, поставил покрышки на диски, диски вставил, перед покраской, конечно же, сниму, получается довольно хорошая, красивая модель. Ну, на этом, друзья, буду заканчивать. В следующей серии продолжим работу над БРДМом. Ну вот, на данный момент как получается. Очень красивая машина. Кому интересно увидеть продолжение, подписывайтесь, следите за выходом новых серий. Спасибо вам, друзья, за то, что остаетесь на канале, смотрите, комментируете. Всех благ вам и вашим близким. Оставайтесь с нами, друзья.